Проект «Напролом» – реалити-шоу, где все по-настоящему. Самый крутой реалити-сериал о единоборствах, где участники сквозь боль, пот и кровь идут к своей цели. Кто-то ломается на тернистой дороге, а другие показывают характер, сжав зубы, идут вперед. Условия комфорта минимальны. Это не для каждого. Здесь жесткие тяжелые тренировки на износ. Вкус победы, горечь и разочарование. Воля и характер, жажда к цели. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новых серий. В этом реалити может принять участие каждый. Ссылки в описании. У тебя же бой через 3 дня. Вот что ты можешь сказать после этого боя по ощущениям? Я задумал. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай план, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения. Все то, что держит под грифом секретно, на сайте abcshop.su. Переходи, ссылка в описании. И не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалок, а также реалити-шоу «Напролом». Короче, Женек, что ты думали, что ты будешь с бразильцем драться? А смотрю, что они тебя записали как-то Евгоний. Что-то такое. Ну, типа того, да. Да, друзья, я не шучу, посмотрите, как они его записали. Евгоний. Будешь драться с кем-то Сайфах Таиланд, то есть не с бразильцем. Под весом стоит 135, а не 168 из серии. Ну да, короче, твой вес. Нормально, Женек. Да, то Женек такой говорит, блин, походу с высоким драться буду. Ну реально, было бы разница там 10-15 килограмм. А тут, получается, его вес сделали нормально. Валёк, а если у тебя будет на 10 килограмм тяжелее, что делать? Это что? Живот не скрутит? Да. Нормально. А ты обычно всегда крутит, но между раундами. Просто Женек, смотри, что-то, походу, у него живот скрутило. Надеялся на коня, да? Я уже оттуда сидел, его трепировали, я уже на ему глаза смотрел, думаю, да и буду рубить его, нет? Правильный настрой, правильно, Женек, все верно. Красавчик. Береж... У меня там на афише бычара вообще. Ну не факт, ты с ним драться будешь, он у Женька тоже вроде не бычара. Хотя то сейчас посмотрим, кто там выйдет. Может там вообще выйдет непонятно кто, какой-то мутант захимиченный, обхимиченный. Глянь, по нашим подзаду ничего не страшно. После того, как вас там сношали в руку себе по физуке, на лапах и всему остальному, это очень будет четко. Друзья, слышите, какая атмосфера? Я на самом деле больше рад, блядь, что я с тайцем буду биться. Ну, с представителем тайской школы как-то, ну, бразильцы, понятно, да, как-то, но тайц, да, поинтереснее, с тайцем порубиться. Конечно. Мы же в Таиланде, нам бразильцы, здесь нужны вообще, правильно? Женька противник. Посмотрите, тайцы бинтуют и намазывают всего один человек. Чувак даже не тейпировался так с Леонцухи. Он это бинты намотал. Все попросим кому. Нормально, примерно его веса, потому это тоже очень хорошо. How many fight? How many fight? DC fight? 20. Fighting Bangkok or not? Bangkok? No. Here only. Ну, нормально, у тайца 20 поединков, примерно так, как и у Женька. Поэтому прикольно. Вот вам, друзья, разница в поддержке. Смотрите, тут целая команда натирает, протирает. И скажите, что эти тренера не заботятся о пацанах. Смотрите, как он его обтирает, растирает. Тайца так не растирает. Реально заботится. Этот зал как семья. Валю, реально вот там тайца этого противника
не растирают. Ну, то есть один таец слегка его растирает, а тут, смотри, вся банда старается, вся банда ухаживает, все помогают. Красавчики таецы. Здесь да, реально как семья. Да. Они пашут конкретно. Это очень большое значение имеет. Секунда. 50%, наверное. 100%. Уверен, уверен, что вот 50% минимум такая. Женек, ты чувствуешь себя машиной после такого? Матерый. То он тайцам говорит, да лишь бы надавать там тайцам вы не курите, что ты куришь. Такой этот блатных кочанов наелся конкретно. Валентин, ты что, месяц позанимался, что такой тайцам гонять решил? То ли еще одно. Просто вредно курить, я сам курил 10 лет. 10 лет не курю. Красавчик, красавчик. 10 лет начал, получается. Да. Я тоже начал в 11, но я курил всего 6. А ты курил, Женя? В начальной школе баловался там, ну, было дело, не скрою. Но потом одумался, что я пошел в спорт. Красавчик. Женек, я погнал камеру ставить, так что давай. Давай. Будь красавчиком. Валек, давай. Я приглашу. Цинкуй тут, да, давай. Левша у Женька. Думаю, что не очень он готовился под левшу. Смотрите, как хорошо кроет. Молодец. Дистанцию держит. Надо работать на стрелочку. Попробуй сам! Сам попробуй, с рук начни! Стартани с рук сам! Вот так! Вот так! Руками встречай! Пробуй руками! Thank you.
Вперед! Первым, первым! Начни! Давай, раз-два, корпус! Раз-два, корпус! Раз-два, корпус! Раз-два, корпус! Руками давай, вперед, убей! Да наноси удары, наноси! Правую подключай! Подключи правую, пойдет! Подключи правую, она пройдет, увидишь, попробуй! Не левую, правую подключи! Дай ему взорвись, Женя, дай, да! Дай правой туда! Она зайдет, левой, правой, вот так, еще разок, и ногой добавь. Пойдет, Женя, пойдет. Женя, он устал, он только кики будет кидать. Вперед, вперед, дорабатывай, физухой бери. Женя, физухой бери, вперед. Только вперед, давай, все, дорабатывай. Никакой техники, вперед! Руки на голову и пошел! Пошел вперед! Женя, вперед! Еще! 2-3 удара, давай! 2-3 удара, руки на голову, пошел! Все, Женя, ты проигрываешь, пошел! Женя, жми! Дожми комбинацию! Давай, начинай, что ты стоишь! Не стой, Женя, работай! Работай комбинацию, давай, давай! Еще! Дожимай, давай, давай, дожимай! Жми, давай, дорабатывай! 30 секунд! 30 секунд доработай! Женя, проиграешь? Добивай! Все, проиграешь, дорабатывай! Руками, руками! Женя, ставь все на кон, пошел! Давай, 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 давай! Я видел, реально, видел моменты, но не делал, видел, но не делал. Че, сил не было или что? Да в чем-то прикол, как бы, был тот запас, который надо было использовать. Ну, дожать, я этого не сделал. Ну, я тебе скажу, Женек, что у тебя была вся возможность выиграть этот бой. Ну, я согласен с этим. Просто мне кажется, что из-за простоя долгого. Я много... Хотел силы закончились, потому что я не могу понять просто. Ты знаешь, я хотел растянуть нашу дистанцию, понял? И из-за этого был некоторый момент. Я думаю, лучше сейчас, я бум-бум-бум, раунд закончился. Следующий он такая же. То есть я хочу... бой быстро пролетел, на самом деле. Я думал, 15 минут, первый раз, да, как бы у меня профессионально, я думал, я растягивал так, чтобы не сдохнуть. Я видел моменты, где надо, но я этого не дожимал. То есть, полностью мой кастер. А Кайс накидал. Да, он мне накидал, то есть он мне в голову много раз кидал, ничего. Подними руку. Ой-ой-ой, нормально. Не, самое жесткое, это он мне вот здесь набил. Гематома. Да, это самое жесткое. Остальные на голову он кидал, но он реально слабый. Два в корпус хорошо зашли, где подбил дыхалку, но... Ничего, Женек, тренировал. Мне сейчас втирать вам, вы все видели сами, в принципе. Нет, Женек, так твое мнение с первых уст интересно. Мое мнение то, что я упустил свою победу и все. Ничего, это первый бой, самое главное, что ты получил хороший опыт, и я этому очень рад. Красавчик, давай. Спасибо, пять. Саня, молоток. Ты не стоял, ты не пахал и четко отработал. Были и показал... моменты, где не доработал. Но были моменты, где и сработал. В мою сторону. Да. И, как бы не факт, все-таки это Таиланд и тайский бой. Тайс хорошо пропускал, он мог сесть. Были моменты, там не надо было прочь добавить, он бы сел. Да, с ручек. Да, он прям... Один локоть был, вообще, я его вроде засунул, думаю, надо еще и что-то забыл про них. И он не особо-то в клинч шел. Он в клинч заходил подышать, я так понял. Он ведь, рефери... И все. Он ногами очень хорошо бил, просто левый кик хорошо засаживал. Он хорошо, но только в корпус, единственное. Я хотел, знаешь что, единственное, я в четвертом-пятом раунде хотел... Дяо мне говорил, он кидает ножку на правый, нога ему разрез. Я вот этот хотел момент попасть. Не получилось тоже. Ничего. Он такой еще в конце ручку думает, я собачка, смотри сюда, я А надо было прессовать. Ну такое, это опыт, ничего страшного. В следующем бою будет лучше. Сейчас, точку. О. Смотри. Нормально будет. Смотри. Вот. Thank you.
хороший опыт, Женек. Очень хороший опыт. Я согласен, мне ну это не на области со своим все пытается, это не шлемов, ёпта. Конечно. Однокапы и яичник, базарить. Это от ногтей, нужно будет обязательно хорошо почистить это, ну то есть с мылом хорошо промочь, а лучше спиртика купить и спиртиком протереть. Это в 7-Eleven 15 бат, а вот. Чё, как ноги блоков? Ну после блоков вот гематома, видишь, да, надо тут? Да, да. И вот здесь вот прям кость идет и чуть... Поднабухло уже, да? Да, да, да. Вот, а так, ну как бы здесь он мне ничего не отбил, блядь. Бройлеры мои, прикладываю. Че? Скоро пройдет? Как будешь? Че? Голова да в порядке. Сейчас видел, я здесь Nokia 3310 была. Все время держал я. Как будешь проводить время отдыха? Ничего, приду, сейчас плюхнусь на кроватку. Включу ютубчик, зайду на канал Окко. Кстати, рекомендую, вообще там приколюха. Поугараю, заценю видосики. Для дорогой зритель, хочу пригласить тебя на свой канал, где ты найдешь авторский эксклюзивный контент, в меру трешовый, жизненный, со смыслом. В школе и дома такому не научат. Лайфхаки для реального мужика. Школа жизни, о которой все молчат. Гарантия качества контента. Перейдя, просмотришь все ролики. Ссылка в описании. Не всегда был не похож. Кто? Он. Почему? Не знаю, как будто не Женек, да. Да? Мне кажется, Женек, что простой. Дал себе знать. Женек, покажи там руку. Моряк Папай, опухло немного, да? Ничего, дали диклофенак, чтобы воспаление немного снять. Приятного аппетита. Взаимно. Валек, ты что можешь сказать по поводу поединка? Женек молодец. Могло быть и лучше, но как бы он не опозорил. Твое самочувствие какое перед боем? У тебя же бой через 3 дня. Вот что ты можешь сказать после этого боя по ощущениям? Ну, теперь я задумался самому. По поводу? Не застояться. Тоже. Не застояться, да? Ну, ты же недавно дрался. У тебя перед вылетом, да, где-то было? Раз перед вылетом, где-то это 3 недели просто. Месяц. Какие выводы можешь сделать для себя после этого боя? После Женьковского? Или после... После Женьковского. Надо работать в ринге. Валентин Николаевич, что вы можете сказать еще интересно? Валентин жрать хочет. Ну да, жрать охота. Сколько отдыхать будешь? Слушай, да мне в принципе много не надо. Вот как продуктивно. Не, я начну-то за. Короче, как продуктивная тренировка, чтобы была, чтобы мне не ходить там, как старый дед, знаешь, да? А и болит там хвататься за что-то. То есть, ну, в любом случае я не буду ждать, пока все заживет, потому что пока оно все сойдет, можно. Как бы 2 недели ждать. Ну да. Болят руки, тренировки ноги. Да? Ну да, все правильно, все правильно. Мне кажется, что Женек быстро вернется, потому что ему захочется поработать над ошибками, поработать над тем, чего не хватило в бою, и это его будет подъедать, он вернется еще быстрее в строй. Поэтому до скорой встречи в зале, да? Да, это мой дебют, вы можете поздравить меня. Первый бой мой на профессиональном ринге ставится. Да, красавчик, отстоял 5 раундов, ни хрена не мало это, 5 раундов отстоять. Валек, серьезно? Как думаешь, 5 раундов по 3 минуты, серьезная движуха? Это серьезно. Друзья, ну если вам нравится проект, не забудьте его поддержать. Ссылки на донат в описании. А также, если вам интересны курсы обучения, электролиты, тайские бальзамы, экипировка, спортивные туры, потренироваться с пацанами, ссылка в описании. Ну а самое главное, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Гринчук Александр и два вот этих боксухи. До скорых встреч!